специально для сайта apptime.ru. Все о мобильных приложениях, новости мобильной индустрии, обзоры игр для iPhone, iPad и Android. Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, и сегодня у нас прям космическая игра. Первый взгляд на игру Jump. Как называется, даже забыл. Ну, название будет, сейчас я вам скажу. Сейчас вместе узнаем. Вот только что смотрел, уже с головы вылетело. Так, тут у нас космос. Jump Machines, что ли называется? Прикиньте, ребята, с головы вылетело. Знаете, что я сделаю? Я вот так вот сделаю. Jump Drive называется. Так. Что тут происходит? Но игра очень атмосферная тоже должна быть. И очень динамичная. Так, давайте play. Что нам нужно сделать? Нам нужно это... то есть, все, что нам нужно делать, это тапать и проходить вот эти препятствия. Окей. Угу. Так. Опа. Так, попадаем в середину. Освобождается путь и двигаемся дальше. Так, 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 сейчас откроется и нам нужно будет пролететь. Опс. Так, 0-1. Что такое? Что это значит? Отлично. Попадаем вовнутрь и... А, мы еще тут собираем какие-то кристаллики, что ли. Так, пролетаем. Собираем, 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 собираем и пролетаем. Окей, дальше. Дальше пролетаем и открываются врата какие-то. Опа, чуть-чуть, еще бы чуть-чуть и был бы хана. Так, ждем, 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 ждем. Отлично, пролетели, открываются у нас двери. Собираем, собираем камешки. Так, серьезочки, пролетаем. Как вам игра, ребята? Пишите прям первейший, прям свежайший свой взгляд, свое мнение про эту игру. Так. Ну, 100% дальше будет тяжелее. Так, что тут у нас? Так. Оу, еще бы чуть-чуть, было бы конец. Ох. Как опасно, как опасно. Пролетаем. Пролетаем, пролетаем. Все очень быстро происходит у нас тут. Блин. Все, проиграл. Я даже, знаете, что сделал? Сделал чуть игру погромче. И, типа, мы сейчас с вами все начинаем заново или с какого-то места продолжаем? Вот это мне интересно. Все-таки, походу, мы продолжаем. Так, собираем, собираем, собираем. Пролетаем. Сейчас. А. Зона 0-1. Хорошо. То есть, где-то там у нас было сохранение. Получается... Оу, как опасно было сейчас. Нет, все-таки мы здесь еще. Нас еще здесь не было. Зона 0-2. Так, проходим. Попадаем в середину. Пролетаем дальше. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, нажимаем. Тапаем, отлично. Ау! Наверное, мы сейчас начнем с зоны 0-2. Окей. И если, типа, мы купим полную версию, игра-то бесплатная, ребята. Кстати. Jump Drive. Ох, блин, поторопился. Если мы, типа, купим полную версию, то... Мы можем пройти... Начать с того места, где мы проиграли. Стопудово. Вот стопудово. Так. И вот я заметил, что если мы переигрываем, допустим, уровни, да, то... То у нас почему-то не повтор идет какой-то, а... Блин, не повтор идет все-таки. Так, 0-2, зона 0-2, и... Все-таки вы сами видите то, что... Ау, о, вовремя прям успел, ну-ка. Так, отлично. Так-так-так-так, отлично. Оу, фак. Так, опять с зоны 0-2 мы сами начинаем и поехали дальше. Так, давайте попробуем все это дело сделать быстро. И... Опс, отлично. Так, ну, давай, давай, давай. Опс, опс, отлично. Ах, блин. Так, мы можем посмотреть видео и, типа, получить 36 рубинов.
Но мы с вами начнем заново. Надо быть просто повнимательнее на самом деле. Тут пока что даже не нужно торопиться. Оу. Тут у нас прям по три штучки. Так, 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 давай. Все отлично. Так, собираем кристаллики. Забираемся по середочке и пролетаем быстренько. Так, ну давайте вы обратно спуститесь, и я пролечу. Все, окей. Так. Охренеть. 2х. Опа, пролетел. Пролетел. Пролетаем. Пролетаем. Открывайся, давай. Оу, еще бы чуть-чуть, было бы хана, наверное. Ох, как опасно, как опасно, как опасно. Не-не-не-не-не, блин. Типа, для того, чтобы продолжить с того же места, откуда мы, где мы проиграли, нужно заплатить 1000 рубинов, что ли, наверное, да, получается? Но мы так и не будем делать, мы с вами постараемся сами пройти эту игру. Черт побери. И, конечно же, как же, ребята, без рекламы? Да, реклама всегда есть, всегда будет, потому что игра бесплатная. Эта игра новая, недавно только вышла, кстати, поэтому... Думаю, еще не все его даже поиграли, попробовали. Может быть, даже не знают то, что есть такая крутецкая игра. Так. Поторопился, черт побери. Надеюсь, нам не нужно будет. То есть, если мы законнектимся в Фейсбуке, то мы бы получили еще там чего-то. Давай, еще раз. Опс. Опс. Так, пролетаем. Теперь-то уж мы же сами должны же не проиграть, да? Давай. Оп, оп. Оп. Так, 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 очень опасно. Так, собираемся. Так, посередочке и вылетаем. Отлично. Тут что у нас происходит? Отлично, отлично, отлично. Так. Что там у нас? Давай вверх. Опс. Да. Так, 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 так. Есть. Пролетели. Оу. Оу, 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 оу. Так, давай. Есть. Есть. Блин. Вау, есть. Так. Да блин. Давайте посмотрим, наверное, попробуем посмотреть видосик, да, вот, и так, давайте я видосик пока что выключу, надеюсь, мы у нас сейчас посмотрим видео и продолжим с того же самого места, вот, осталось еще 3-4 секунды, а пока что вы давайте, ребята, поставите свои лайкосики, и все, мы с вами продолжаем, надеюсь, с того же места, да, или просто мы получили, нет, все-таки мы просто сами получили рубины. Блин, игра жадная на самом деле. Ух, ё-моё, ё-моё. Давайте пролетали бы мы, но нет. Так. Ну, вот в прошлый раз мы с вами прям хорошенько... Неплохо прошли мы с вами в прошлый раз. Далеко дошли. Но с таким успехом... Так, так... Давайте будем терпеливы, будем ждать тогда. Давай, есть. Так, 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 пролетаем. И есть. Так, открываемся. 2х. Так. Пока что у нас 2х идет. Оу, блин, поторопился. Я-то думал, он посередине остановится. Нет, нифига не остановился все-таки. Да, жестоко, 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 жестоко. Очень. Так, давай не торопись. Соберись. Обманули. Опять меня обманули, ребята. Но игра прям такая, прям бесючая игра на самом деле. Но интересная. Давайте дождемся. Давайте, плюсики. Опс.
Так, собираем, 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 собираем и пролетаем. Так, посередке дальше. Давайте, открывайтесь полностью. Оп. 2х. Пролетаем. Так, 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 так. Есть, есть. И... отлично. Так. Оп. Блин, еще бы чуть-чуть, было бы хана. Фух. Так, нам нужно до середочки. Ох, блин. Так, опасно. Так. Блин. Вот, 1000 есть? В принципе, да? А почему у меня сейчас нету возможности продолжить, интересно, не знаю. Или я уже с места сохранения продолжаю. Да, у нас что-то тут новое. Третий? Третья зона есть. Так, отлично. Мы с вами уже делаем какие-то результаты. Давай, выключайся. Только после того, как мы с вами, ребята... Так, заткнись. Только после того, как мы притронемся, получается, эти врата типа закрываются, да? Хорошо. Так, плей. Тик. Пролетаем. Опа, опа, как опасно. Как опасно тут, а? Да блин. Оп. Ох, блин. Ох, блин. Воу. Оу. Так, так. Блин, я вообще очкую, короче, ребята. Но. Так. И. Так. Да, прям играть бесюче на самом-то деле, да? Ах, блин. Ну, на самом-то деле тут строение меняется. Объекты не на месте стоят. Поэтому не все так просто. Не все так просто, да. Так, дальше, дальше, дальше. Пролетаем. Ох, блин. Как же все сложно, а? Так. Пролетаем. Пролетаем. Да ё-моё. Ох, блин, как тут пролететь-то? Очень сложно. Так, давайте двигаемся дальше. Так, так. Эх, блин, поторопился. Все. Соберись. Вот ты собрался, называется. Отлично. Так, не надо нам рекламы, пожалуйста. Я рекламы не заказывал. Игра, кстати, крутая. Я уже записал первый взгляд, скоро выйдет. Lineage 2. Так, так. Так, что у нас тут? Да, блин, а как? Офигеть. Оу! Вот это тут задачи, конечно, мощные. А интересно, есть, нет полной версии игры? Интересно, есть ли тут полная версия игры или нет? Это еще что такое? Она когда-нибудь откроется? А, вот все есть. Так, иди отсюда. Ау! Так, а тут есть вообще магазин? Так, настройки, да? Connect. Зафы звучится. Тут нам можно, можно звук прикрыть. А, потом. Давайте выйдем назад. Это что такое? Так, x3, x5, 10 тысяч. За 10... Офигеть. 75 рублей, что ли, стоит? Видео посмотреть можно. А, тут всякие разные звездолеты, да, получается у нас? Так, и что они нам дают? За 100 тысяч можно, охренеть. Офигеть просто. У меня всего лишь вот самый обычный. Угу. Три раза видео посмотреть получается, и мы получаем что-то прям... Не-н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 е. Закрыть объявление, закрыть. А я вообще могу просто посмотреть на него, нет? А тут магазин есть? 10 тысяч, не могу купить, да? А за рубли? Ладно, не будем за рубли тут смотреть. Это что у нас? Так... Сигма пак. Дельта пак.
Еще какие-то... А, вот же, Омега-пак. Вот где все у нас оказываются интересные интересности. Вот. Ну что, ребята, вот так вот мы с вами поиграли, посмотрели на такую интересную атмосферную игру. Игра бесплатная, доступна в App Store. Вот по поводу Google Play не знаю. Вот. Скачивайте, играйте. Пока что вы идете в школу, едете на работу, можно погонять. Или перед сном даже. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, чтобы получить уведомления о них. И жмите лайки, делаем репосты, пишите комментарии. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока-пока.